Всем привет! Сейчас наступает 2016 год, и я хотела бы вам показать символ года – обезьянку. Сделанная она своими руками очень легко и просто, благодаря кольцам амигуруми. На самом деле она очень проста в выполнении, затрата времени минимальная, затрата материала очень маленькая. Поэтому, если вам понравилось, присоединяйтесь на мой канал, ставьте лайки. И будем вместе вязать. Ссылочку на эту обезьянку я оставлю под видео. Всем ровных петелек. Пока-пока.